Гэты саджанец сосны станет древом только про 100 годов. Можно сказать, что это задел на будущее. Застается сподеваться, что нащадки такой подарунок оценят. Принять удел у акции запросили у всех желающих – студентов, школьников, представников громадских организаций, органов улады и просто аматоров белорусской природы. Как их намагания не оказались даремными, у шмат таких лесгасах для посадки привезли саженцы, которые выращены у теплицах по сучасных технологиях. Приживальность таких растлин до 95% – это вельми высокий показчик. Увогуле, только у Гомельском лесгасе сегодня планируют вырастить около 350 тысяч саженцев, в наступном году – до 400. Для того, как максимально снизить страты, непосредственно подчас посадки с доброохотными помощниками провели специальный инструктаж. После нескольких годин работы удельники акции кажут, что ничего складанного у этом процессе нема, але крыху все ж таки стомились. В принципе, это довольно нормально. Ничего сложного нету. Главное соблюдать весь принцип, чтобы не повывалились деревья, так сказать, из лунок. План посадки на гэты год у Гомельском лесгасе крыху больше 600 гектаров. На сегодняшний день он полностью выкананы. У связи с чем работники лесной господарки взяли повышенные обязательства и плануют посадить саджанцы додатково еще на 130 гектарах. У пэўнай ступени это вымушенная мера, бо у апошний час пришлось высекчи сосны, якія пачалі сохнуть. Калі не зрабіць гэтага зараз, практично промысловая драўніна станет звычайными дровами. До речи, проведение акции «Тыдень лесу» менавіта у гэты час не выпадковаць. Необходимо укласціся оптимальные термины. Покуль у поверхнем слое глебы еще есть вильгать. Уровень грунтовых вод упал, и, соответственно, идет массовое усыхание, поэтому этот лес, который еще какую-то ценность представляет, мы вырезаем и на этих площадях садим новый лес. Доброохотная акция «Тыдень лесу» протягнется до 8 красовика. На Гомельщине за этот час сосны, березы, дубы и ясени плануется посадить прикладно на 1000 гектаров. Это 20% от запланованного на этот год. Олег Сентюров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».